Чего я тебе говорю? Успокойтесь, иначе я вас успокою. Еще? Так я не понял. Отчаянный ты, я вижу, мужчина, Витек. А вот, к примеру, шильцем тебя не протыкали, а? Витя, хочешь попробовать? Успею. Попробую еще. Ну куда же ты, мастер? Давай попробуем, Витя. Слушай, друг, ты лучше оставь это, а? Обойдешься. Да я-то обойдусь. Как-никак 3 года за колючкой стажировался. А ты-то вот на что надеешься? Думаешь, успеешь? Успею. Запомни, туз дырявый, что нож тебе не поможет. Со мной такие штуки не проходят. Понял, нет? Это уж посмотрим. Что-то ты не больно и торопишься. Да куда уж мне? Ну, давай, давай! Раз,